В начале данного видеоролика, ребят, хочу к вашему вниманию представить увлекательный и крутой канал под названием HellRay. На канале этого парня проходят довольно-таки часто разные стримы. Также, ребят, вы можете найти обзор новых версий и многое-многое другое по игре Black Strike. Так что обязательно переходите, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ссылочка есть в описании. Ну а мы продолжаем. Всем привет, ребята, Кент на проводе, и вы просто обязаны поставить лайк, потому что сегодня видео будет про всеми любимых школьников. Так что, ребята, ставьте лайк, особенно если вы школьник, то можете еще и подписаться. Хорошая примета. Ну что же, давайте смотреть. Ну что же, сегодня мы будем смотреть видео одного эксперта под ником BS Игорь Дуб. Конечно же, ребята, у него имя написано с ошибкой. Я думаю, это в принципе норма, да, для школьников писать свое имя с ошибкой. Свое имя с ошибкой. Ой, блин, испанский стыд. Ладно, ребят, проехали. Ну что же, давайте посмотрим видео этого молодого человека. Так, всем привет, дорогие друзья. Сегодня я покажу топ-5 самых тупых каналов на ютубе, которых только можно увидеть. И первое место, ребят, мировой чемпион, которого никто не смог побить по самым тупым каналам, это BS Игорь. Мировой чемпион, и мы его, ребята, торжественно поздравляем. Все поздравления пишите ниже в комментариях. Погнали. И первый самый тупой канал — это магазин товаров. Он прозывается, снимает самые тупые ролики, которые совсем никому не нужны. Так что, друзья, отписывайтесь от этого. Ребята, даже если вы не подписаны на этот канал, все равно отписывайтесь. А мы приступаем к другому каналу. Че, канал номер 2? Другой самый тупой канал — это Буря Волос. Она снимает стримы, всякие видосики. Челленджи сейчас снимает. И все другое, друзья. И она еще говорит, что она... Мне это интересно, ребят, кого он называет друзьями? Он говорит: друзья, друзья. Вы только почитайте, вот почитайте комментарии под его видео. Пишут комментарии. Сейчас, подождите. А, вот комментарий: ты тупой. Ахаха, кто обзывается, тот сам так называется, ребят. Ну, против этого парня просто нету приемов. Что бы вы ему ни сказали, в любом случае, самый тупой канал — это будет именно ваш. Потому что, ребята, это BS Игорь Дуб. А теперь смотрите прикол. Его подписчики пишут: топ-1 канал на ютубе — это BS Игорь. Ой, блин. Ребят, не смешите мои подковы. А лучше у меня, почему? Вот почему? Скажите мне, ПЖ, почему лучше она? Может, я лучше? ПЖ, ну, ребята, вот сразу видно школьника, да? Смотрите время, да? Время 8:01, он перед школой снимает. Вот он наглец. Че, может, у меня много подписчиков? И может, эти все подписчики... А, я теперь понял, почему видео такое короткое, всего лишь 3 минуты, потому что ему пора в школу идти. Будет дизлайкать и ролики, друзья, там может так и статься, друзья. А мы переходим к другому самому тупому каналу. О, это уже по Black Strike. Это Котик 1000, у него 356 подписчиков, но он наебщик. Ну, то есть он раздает аккаунты, но в этих аккаунтах есть только самые тупые ножи. Не, ну, в принципе, если ты делаешь обзоры самых тупых каналов, если ты всех обзываешь тупыми, если у всех видео тупые, то, в принципе, ну, самые тупые ножи — это как раз для тебя. Поэтому, в принципе, Котик 1000, красавчик, я даже на тебя подпишусь. То есть, они самые тупые ножи в мире. Ну, как раз для тебя. Никому не надо. Никому не надо. Кроме Игоря БС. Отписывайся от этого канала, если он... Слушай, ребят, какой он злой, говорит: отписывайтесь от всех каналов. Не, ребят, наоборот, подписывайтесь на эти каналы. Реальный аккаунт не хочет давать, а мы приступаем к другому каналу. Опа. Другой самый тупой канал — это ProPlayMin 123. Короче, друзья,
Недавно... Кстати, вы тоже слушаете? Он говорит вместо «друзья» «дре». Он как будто, знаете, какой-то такой, типа, такой акцент, как будто он вырос где-то с гетто. Короче, «дре». «Дре». Недавно... «Дре». Слышал. Ну, давайте. Что этот чувак, короче, когда на серверах, он всех обзывает. Все, ребят, казнить, забанить. Не читер, но он обзывает всех, обсирает. Мне жалко людей тех, что обсирает. Ему насколько жалко тех людей, которых он обсирает, что он сам, ребята, обсирает других людей. Ну, конечно, без Игоря Дуб, я перед тобой склоняюсь. Ты истинный разоблачитель, всех расставил на свое место. Просто держи пятюню. Если ты сделаешь обзор на мой канал, я буду только за. Только ты смотри, снимай только не перед школой, потому что у тебя слишком мало времени будет. Ну что же, ребята, пожалуйста, поставьте лайк, если вам понравился подобный формат. Мне будет очень приятно. С вами был ваш Кента ПК. Всем удачи. И всем-всем пока. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. И, ребята, вы самые крутые. Все, люблю всех, всем удачи, всем пока. И, пожалуйста, сильно не гнобите Игоря Дуба. Давайте, все, всем пока.